Згідно закону України про місцеве самоврядування в Україні, Миколаївська міська рада реалізує право територіальної громади міста Миколаїв володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, через органи місцевого самоврядування. Теперь я объясню, к чему все это. Значит, нами было обнаружено, что буквально 2 года назад был создан фонд целевой в исполнении статьи 40 закона про регулирование местобудебной деятельности, согласно которому этому закону, согласно этой статье, 5% от стоимости инвестиций в любое строительство забудовник обязан перечислять фонд развития инфраструктуры и социальные программы города. Мы взяли одно предприятие, за которым мы постоянно следим, и я потом объясню почему. Это предприятие Никотера. Предприятие, которому продавалась земля на баснословные суммы. Если брать базовую стоимость 280 гривен, по моим личным подсчетам на сегодняшний день Никотери продали землю на 74 миллиона дешевле, чем она должна была продаться. Это в то время, когда нам рассказывают, что крохи они собирают с каждого предпринимателя, потому что городу нужны деньги. Это в то время, когда они берут кредиты на то, чтобы выплатить зарплаты учителям и врачам. Они распродают землю и рассказывают, что мы не можем ни канализацию ремонтировать, ни водопровод, опять же берут на это кредиты где-то. Хотя землю они могут продавать по нормальной цене. Значит, мы написали запрос в управление архитектуры с просьбой рассказать, сколько договоров было заключено с Никотерой. Получили ответ. Бондарь пишет, что к нам Никотера не обращалась. Хотя в этой же законе написано черным по белому, что забудовник обязан в течение 15 дней, но до того, как получит разрешение на строительство, обратиться и оформить договор, по которому он обязуется перечислить эти деньги. То есть фактически наш Николаевский городской совет и Николаевский горосполком не исполняет эти действия. А поскольку он их не исполняет, тут налицо или состав преступления, или просто берут те деньги, которые должны заплатить, пускай там половину или сколько там. Мы это все прекрасно понимаем. Сейчас мы вот этим письмом, этой жалобой, обращаемся к Гранатурову и требуем, чтобы Гранатуров с высоты своей должности поставил всех на место. Если они этого не сделают, мы уже будем ставить вопрос о том, что нам такие депутаты не нужны. Я вам только что зачитал, что они имеют право, мы им делегировали право управлять имуществом города, которое принадлежит нам всем, с пользой для нас. С пользой, это мы должны видеть эту пользу и ощущать. Вы должны понимать, если на Никотере заявляет собственник, что вложено более 150 миллионов долларов буквально в августе месяце. Они заявили о том, что запустили карбамидный склад, который стоил 10 миллионов долларов, то 5% это 500 тысяч долларов. Это на сегодняшний день 4 миллиона гривен, которые должны лежать в бюджете. Из этого должны строиться школы, детские сады, больницы, оплачиваться зарплата врачам и так далее. Какие кредиты? Почему мы должны переплачивать еще за то, что у нас уже должно быть? Поэтому одну секунду. Поэтому мы обращаемся в итоге с требованием к Гранатурову звернутися до прокуратури міста з проханням провести розслідування діяльності Миколаївського міськвиконкому на відповідність чинному законодавству, а саме виконання положень статті 40 Закону України про регулювання містобудівної діяльності, а також статті 27
пропадін закону про планування і забудову територій. Звернутися до громадян.